куда денежки готовишь? На полистирол бетончик? Да. Летим за блоками. Всем здравствуйте, вы на канале из Сибири, меня зовут Евгений. И на очередной странице нашей истории мы расскажем о том, как в связи с повышением курса доллара решили докупить недостающие полистиролбетонные блоки для нашего дома и клей для этих самых блоков. Потому что обычно повышение курса не приводит ни к чему хорошему, в чем мы уже не раз убедились. И заодно покажем небольшое событие нашего города, которое нам удалось заснять. Мы оказались в нужном месте в нужное время. Перед Новым годом, когда были скидки, полистирол-бетонные блоки мы купили не в полном объеме. Хотели докупить уже, когда сделают фундамент, начнется стройка, и думаем, докупим остатки. Ну, что-то посмотрели на непонятную ситуацию, для нас, простых людей, непонятную, с долларом. И решили, чтобы потом не было мучительно больно, поехать докупить то, что осталось. Это у нас блоки 30 на 40 на 60 нам нужно для всего дома. 42 куба мы купили 35, то есть получается надо 7 еще докупить, и которые стенки внутренние 20 на 30 на 60, нам нужно 9 кубов, тоже их поедем купим, тем более на сайте там акция, не знаю, она, наверное, длится постоянно, потому что плавно перешла с той предновогодней теперь в весеннюю, ну, там ничего не исправлено, кроме как Новый год на весну. И цена указана, мы покупали блоки по 4300 за куб, сейчас цена 4400. Поэтому поедем и докупим. Весна пришла, поля жгут. Куда денежки готовишь? На полистирол бетончик? Да. А, жарко просто в машине? Да. Хорошо. Могу еще достать. Одобряю. Сейчас еще. Разбавить зелененьким, красненьким. Угу. Летим за блоками. Прибыли. Чтобы получилась цена 4400, надо заявку оформить на сайте. Сейчас оформим с телефона. Здесь оплатим. Да? Угу. Что надо сделать? Оформите заявочку, выберите блок, зайдите в каталог, выберите полистирол-бетон. Так, кубы делаете, знаете, сколько? Тут написано количество. 50. Это в кубах, 50 кубов. Кубов. Угу. Нет, нет. Сейчас, секунду, а что-то тут какая-то сумма такая. Как? 219 тысяч. А мы с кубами. Это, наверное, это, наверное, не в кубах, а... 8, и здесь же не, а, у нас же не 51. Нет, мы же вам дали, вот видите. И кубы неправильно поставили. Да. Я думала, вы можете покупать все. Ага, и я что-то вбил 50, думаю. Ничего страшного.
ну, сделать 6768 у нас больших блоков, и 8 и 9 маленьких. Ну, получается 7. Ну, не 6. Округлить. Ну, конечно. 7 и 9 поставьте. Угу. 16 кубов. Угу. 70. Ага. Это то, что мы посчитали дома вчера. Не, ну я понимаю, сейчас глаз, наверное, задергался. Да. А продолжайте вниз или вверх, вверх, вверх. Вниз? Вниз, вверх. Вниз, вверх. Вот так, да, да. Заказать? Нет, это все убираем, убираем, нам это не нужно. Вот, вводите имя, фамилия, номер телефончика. И в офисе, в офисе? Да. Способы оплаты, да? Да, да, в офисе, наличные. Наличные. Ну вот сейчас мы не знаем, что это хорошо. Сейчас... Вниз, вниз, вниз. Вот оформить заказ. Поздравляю, ваш заказ размещен. Поздравляю. Поздравляю, потратили деньги. 7 мешочков клея мы подарим вам в подарок. Угу. Клей дарится фикс-блока. Это улучшенный клей на основе кварца. Ну, такой же, как и, наверное, да, там. Да. А, ну, вам уже рассказывали. Да, 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 да. Пожалуйста, проверьте. Без заказчика распишитесь. Жень, привет. Сходили мы в офис, отдали денег, докупили блоки. Получилось 30 на 40 на 60. Мы докупили недостающие 7 кубов, и которые на перекрытие внутри 20 на 30 на 60 купили 8 и 9 кубов. Цена 4400 за куб. И тот блок, и тот. Ну, как девушки нам посоветовали, покупать через сайт. То есть сделали мы заявку на сайте, потому что если берешь здесь в офисе, получается цена 4500 за куб. А если делаешь заявку через сайт, то 4400. Вот. По деньгам у нас вышло 31 тысяча за большие блоки и 39 тысяч за блоки, которые поменьше. Клея нам дали 7 штук, 7 мешков в подарок. Да, и сразу посчитали, получается, на наш объем всех блоков надо 61 мешок, 24 мы получили в подарок. В прошлый раз 17, да, и в этот раз 7. Осталось 37 мешков. 37 мешков, один мешок стоит на данный момент 380 рублей. Но опять же мы подумали, что доллар непонятно, что с ним будет или не будет. И решили докупить эти 37 мешков. Вышло это нам 14 тысяч. Потому что по-любому, когда мы начнем строить, это все подорожает. Хоть настроили... Да, прошлый, перед Новым годом мы брали блоки по 4300 за куб. Сейчас уже 4400, то есть 100 рублей вроде немного, но когда это все умножается на общий объем, получается приличная сумма. Ну вот, итого мы потратили на блоки и на клей сегодня 86 560 рублей 40 копеек. А 40 копеек почему, непонятно? 40 копеек, ну ладно. То есть блоки у нас теперь все в наличии, и клей у нас весь в наличии. Коробку мы всю купили, да, обеспечили строителей работой. Вот такая территория тут прикольная. Все гудит, трещит, сигналит. Тут вот этот вот аппарат, он когда наберется, вон там висит этот громкоговоритель, он как посигналил, я чуть не подпрыгнул, когда шел сейчас по улице за телефоном, да. Вообще громко, как будто поезд, блин, мимо проехал. Вот так, ладно, поедем домой. Так,
остановились в магазине пирожок купить или шоколад. Переезд. Кто переезд? Поезд переезд. Ты переезд? Это переезд. Я не переезд. Я недоезд. Вон там Шелиховский алюминиевый завод. Вдалеке. Дымит, травит. Это Иркут замерзший. А это? Не замерзший. И не Иркут. Вот так. Уже проталины есть. Конечно. Мост через Иркут. У нас уже что-то похожее на весну. Снег почти весь опал, осел. Так, местами еще есть. Ну, уже, в принципе, тепло, хорошо. Птички поют, вороны каркают. У нас в городе проходили учения по гражданской обороне. Работали пожарные, наверное, все городские, вертолет, ну и все соответствующие службы. Сначала по всему городу сирены звучали, предупреждающие. И я как раз заснял этот момент. По улицам ездили машины патрульно-постовой службы в мегафоны. Что-то там предупреждающее кричали. Нам одна такая машина по дороге встретилась, но не успел я ее заснять. И потом, когда мы подъехали на место нашей работы, на площадку, где работаем, увидели пролетающий вертолет. Думали, просто летит. Потом смотрим, садится. А до этого наблюдали, как пожарные машины проезжали целой толпой. Они как раз подтягивались к месту событий. Увидев, что вертолет садится недалеко от нашей площадки, маленько прошли и издалека поснимали. Там как раз все это происходило. Эвакуация людей вертолетом. Ну, из якобы, наверное, зараженной территории. Там потому что ходили такие в комбинезонах оранжевых, желтых. Такие большие противохимические комбинезоны. Пеной там с пожарной машины обливали. Что-то гасили. Интересно так со стороны понаблюдать. Так что смотрите. У нас сегодня учебные тревоги в городе. А может, не учебные. МЧС. МЧС. Куда-то пожарки торопятся. Сколько их там? Раз, два, три. Штуки 5, наверное, да, штук 5-6. Вон туда кучка завернула. ДПС. Какие-то. Может, какие-то учения. У нас тут банда. Наташка. Толесик. Валяются еще морды бородатые. Вот такие. И вот такие. И Леха. Наташка, ты чего?
догоняет их. О, дураки. Высказывает что-то ему. Такой невозмутимый, да? Он как сфинкс. Пофиг ему. Вертолет садится. Учение. Гражданская оборона. Спускается с вертолета на трассах. Там он пожарные машины, МЧС. Учение МЧС. Гражданская оборона. Там везде пожарки стоят. Бегают, что делают. Все, отработал, наверное. Пошел. Ветрище сегодня на улице. Руки отмерзают. Вот такая очередная страничка нашей истории получилась. Кому интересно следить за нами, подписываемся на канал. Кому не интересно, не подписываемся. Ставим нравится, не нравится. Комментируем. Спасибо, что смотрите нас. Всем пока.